Еще несколько лет назад появление в Самаре многоуровневой развязки казалось чем-то из разряда фантастики. И вот сегодня мечты обретают реальные очертания из бетона и арматуры. Полностью завершены 2 из 4 секций тоннеля. Сейчас строители активно работают над северной румпой. В понедельник, вторник будет перекрываться свод, ну или потолок по-простому, этого тоннеля. Вот на него уйдет 1200 кубов бетона. Он будет подаваться непрерывно. Ну, ориентировочно это тратится 12-14 часов. Сейчас объект готов почти на 25%. К августу эта цифра увеличится до 40. Здесь ежедневно работают 1,5 сотни человек и столько же единиц техники. Чуть больше, чем через год. Эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Строители обещают закончить все работы до конца 2017-го, за полгода до начала чемпионата. Валерия Макарова, Константин Головин, события.